Добрый день. Микс-крем Канада. Уже демисезон. Давайте посмотрим. Хлопок. Ну, тут вся одежда от XL идет. Иногда встречается L-ки, но очень редко. Итак, хлопок 3XL. Спортивная майка 2XL. 2XL толстовка с небольшим начесом. Очень много здесь новых вещей, с которых сняты этикетки. Так, 3XL, флисовая ветровка, хлопковые штаны карго с карманами. Они очень похожи на робу, на рабочие штаны. Тоже, походу, новые. Не знаю размер. Old Navy размер. Вот тоже не могу, но они на замке, замок в рабочем состоянии, модель скини. Отлично подойдут вот к этой ветровке. Классная ветровка 2XL, она, посмотрите, перфорированная, видите? Перфорированная, такая модная 2XL. Мужские брюки классика. Тоже, не знаю, 50-й размер, но это, учитывайте, что это американские размеры. Здесь хлопок. Тоже очень плотные. Да, это 44 размер, 29 рост или наоборот, как они пишут. Похоже на рабочие штаны. 2X хлопок. XL хлопок тонкий. Шортики 2XL домашние. Домашние штаны 3X. У них вот какая нога. Боди. Ну, тоже 2XL. Кстати, боди это очень удобно. По крайней мере, оно не вылазит. Вот этот халат, он XL. Хотела сказать, что похож на L-ку. Он на самом деле, он XL. Это флис. Похоже, что он новый. Карманы, пояс. Все присутствует. Длина средняя. XL. Топ 2XL с открытыми плечами. Юбка 3X на резинке. Хорошая длина. Докерс. Дискис. Ну, так, что у нас тут? 30 размер, 41. Рабочие штаны, брюки. Отличные, просто отличные. Хлопок L. Платье, оно хорошо тянется, с запахом, короткий рукав и отличная длина. Хлопковый свитер 2XL, тонкий, тонкий. На лето подойдет, демисезон, нормально. 2X платье. У него есть пояс. Можно сказать, что это может быть туника, запросто. И хлопковый джемпер XL. Тот был 2XL, а этот XL. Тут попадается сток. Без этикеток. Подробную информацию вы сможете узнать, нажав на название. Такие рукавчики XL. Кофта XL. Хлопок XL. Женский вариант. Хлопковые штаны с небольшим начесом, 2X, прямая нога, на ноге резинка получается. Тоже похожи на новые. Спортивные леггинсы XL. Хлопковая топик. Здесь синтетика спорт XL, мужская. Хлопковая толстовка 3X. Начеса нету, то есть это такая, ну, просто толстовка, без начеса. Мужской вельвет. Хлопок. 2X. Пижамный вариант, блузка пижамная. XL. Юбка, 16 размер. Есть резинка сзади. L, хлопок, 3X, хлопок, хлопок, косой срез по низу, 2XL, 3X,
такая модель. Блузка с коротким рукавом. Вот. На нее можно вот такой аксессуар летний накинуть. Видите, то есть это футболка такая, которую можно на топ одевать, чтобы прикрыть плечи. Вот совершенно, совершенно шикарнейшая ветровка 2XL. Есть кнопки, есть замок, есть небольшой подклад, отличный цвет, прекрасная модель, шикарный размер, капюшон не отстегивается. Хлопок 2XL. Так, блузка 20 размер. Хлопок XL, оверсайз. X2XL хлопок, блуза, 3XL, топ, XL кофта, хлопок, XL, мужская, XL. Да, вы все верно прочитали. Это Levi's мужской XL. Для любителей брендов, весь вопрос, кто их не любит. Это такая, знаете, накидка, летняя накидка, как жакет без пуговиц. Блузка. Плечи открытые. Здесь есть небольшое пятно и вот здесь вот затяжка, но она, во-первых, невесомая, во-вторых, у нее такой цвет красивый. Пусть она здесь лежит, я думаю, пятно отойдет сразу же, а с затяжкой, ну, не знаю, то есть она не сильно видна. Мужской синтетика. Это тоже мужская Джордж 2XL фланель. Гэп Ри. 18 размер на замке. Леггинсы 2XL. Классные, кстати. Я думаю, что они не спортивные. Ну, такие не спортивные. Фила XL. Спорт. Классная, кстати, кофта. Мне вот тоже мешок этот нравится. Толстовка с начесом, с небольшим. 2XL. Я думаю, это женский вариант все-таки толстовки. А вот это вот мужской. 4XL. Флис тонкий, без утеплителя. Так, 14 размер. Хлопок. Блузка. Сарафан 24 размер. На футболку можно одевать. 2XL хлопок. XL. Не знаю, что за бренд. Как тут 2XL? У него есть у этого платья шикарная длина. А, да, вот у него просто пояс, и он затянулся, поэтому... Ну, то есть, если его раздвинуть, просто пояс затянулся, то это будет 2XL платье. Причем такой рубашечный тип платья. Хорошенькое. Это хлопковое платье с запахом XL. Юбка 2XL, 2XL, кофта без застежек, на кардиган короткий. Посмотрите, какие штаны, они точно эпатажные, в общем, по всей длине. Да, интересная штука. Юбка Джордж, 16 размер, она двухслойная, первый у нее два слоя, то есть она такая, но она нормальная, на резинке. 16 размер, это Леон, причем Леон в таком цвете интересном, еще отделан блесками, 14 размер, Леон, классная блузка. И 16 размер, сарафан. Хлопок, и у него есть подклад. Adidas мужской, настоящий, 3XL.
карточка. 3 икса. Тройка по размеру. Блузка. 18 размер. Топ. Толстовка. Это синтетическая толстовка. Соответственно, она легкая. 2 икса. Есть аксессуар в виде шарфика. Кроп-топ спортивный. И настоящий Леви Страус. Причем сделанный для американского рынка. Размер XL. Женский вариант, отличный лот. Цены зафиксированы по прежнему курсу. Подробная информация под видео.